Ребят, вот как сейчас выглядят мои кусты голубики. Она цветет. Очень хорошо этот куст отцвел уже. Вот этот куст уже тоже отцвел. Ягоды будет много и очень много. Я думаю, килограмма 3-4 с этого куста соберу. То есть вот они, кусты голубики. Вот они идут. Вот все замульчировано. Там чистый кислый торф везде. Кустам этим, по-моему, 4-5 год. Этот еще цветет. Вот этот немножко подмерз, я его недавно брал, он маленький совсем. А вот куст здоровый блюкропа, тоже уже почти отцвел. Там уже завязи просто миллиард, я думаю, ну, килограмм 5 куста с этого соберу. У меня всего 20 кустов. Скажу честно, все посажено в самый кислый торф. Вот в таких 90-литровых контейнерах. Внутри там есть, естественно, этот самый дренажное отверстие, вода уходит, поливаю их постоянно. Объясню, для чего контейнеры. Потому что если просто мы посадим в ямы, торф будет потихонечку уходить в землю. А так торф никуда не уходит, и удобрения никуда не уходят. Ну, ребят, так делаю я. Вы можете делать как угодно, но как бы я литературу начитался, и ну, все достаточно просто определенный алгоритм соблюдать. И я думаю, все будет хорошо.